Привет, Лайф. Хочу поделиться своим наблюдением, сделанным в Камчатском крае, именно в Петропавловске-Камчатском, в одном из отделений Сберегательного банка России. Представьте, каково было мое удивление, когда утром, придя по надобности, естественно, снять деньги, я увидел, что банкоматы оборудованы видеокамерами. И каково было мое удивление, что видеокамеры смотрят непосредственно на секретную панель, то есть на панель, откуда вы вводите самую сокровенную информацию, которая должна быть доступна только вам лично и нескольким людям в Сбербанке, которые, в принципе, оформляют этот пластик. Вот человек снимает деньги и наверняка не понимает, что за его манипуляциями следит кто-то извне. Я думаю, что это очень хороший повод разобраться с теми, кто отвечает за это оборудование. Я думаю, что это просто наинаглейшее вторжение в личную жизнь каждого гражданина нашей страны. А потом мы удивляемся, откуда у вас списываются денежки. А Сбербанк, конечно, ни при чем.